Прием сообщения. Комлинк установлен. Эй, как дела, парень? Да, в наше время нужно крепко держаться руками, ногами и зубами, чтобы не слететь со своего места прямо в пасть Зергу. Боевая тревога. Станция на заводе была атакована инопланетными организмами. Позывные бедствия были активизированы в 6:58. Вызываем штаб-квартиру Конфедерации на Тарсонисе. Ожидайте последующих сообщений. Мы уже получили позывные бедствия из заводи, и мы о них позаботимся. Можете быть спокойны, вам дадут знать, если потребуется ваша помощь. Черт. Послушай, если дожидаться подкрепления, они сотрут станцию в порошок. Я приму на себя командование боем, сделаю, что смогу. Пришли немного бойцов, и мы спасем этих парней, поверь мне. Конец брифинга. И это вторая миссия. Да, я буду проходить каждую миссию отдельно и выкладывать каждую миссию отдельно, потому что в зависимости от сложности миссии, они будут разного... будут занимать разное количество времени. Поэтому как-то так. Ладно, поехали, не будем отвлекаться на эти мелочи. Рад видеть вас, парни. Пора надрать кое-кому задницу. Итак, мы располагаемся в этом углу. Рейнер на связи. Здесь у нас уже ребята есть готовые. Я думаю, что первым делом нам нужно будет подстроить все-таки одного хотя бы Марина и штуки три раба и сивишки, чтобы они добывали нам. Хотя знаете что, мы сделаем вот так. Мы чуть-чуть поближе переместимся, дабы быстрее добывать. Потому что изначально она поставлена довольно далековато. И меня это не очень устраивает. А вот сейчас она поставлена как раз на том расстоянии, которое мне нужно. А вот такие вот дела. Вот у нас немножечко морпехов здесь есть. Скоро нам дадут еще следующих ребят огнеметчиков, и будет все совсем хорошо и весело. Пока что у нас морпехи строятся. Надо подстроить все-таки еще пару рабочих, а то я их отменил. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. И потом уже перелетать, наверное, к газу, потому что минералы скоро закончатся. Пока что развиваемся. Это Джимми. Пока что развиваемся. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Напоминаем сами себе, что СИВИшки, как и всегда, здесь не встают на минералы. Ставить на путь на минералы бесполезно. Нужно указывать каждому СИВИ отдельно. С одной стороны, это, конечно, минус, но с другой, в принципе, неплохо. Все и так хорошо. Так, давай ты у нас будешь попутно добывать пока что газ. Ходить, конечно, далековато ему будет. Но я думаю, он справится. Парнишка вроде у нас большой. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Так что... Вот он уже строит нам газилку. Любое время. Чему я вполне доволен. А мы пока что будем продолжать наращивать наших маринов. Так... Еще одного подстроим. Вот. Он уже и газ пошел добывать. Нет? Да, пошел. Пошел добывать газ. Ну, так как ездят они здесь довольно быстро, я думаю, что газ у нас будет потихонечку добываться, пошел, и это пошел. Все хорошо. Давай, командир. Так, кстати говоря, пока я помню. Инженерку нам пока не хватает, да? Вот теперь хватает, отлично. Здесь же мы, скорее всего, построим барайки. Я думаю, что они неплохо здесь встанут. Что я хочу сделать? Я хочу сделать урон повысить и повысить нам броню. Для этого я сейчас строю как раз инженерный цех. В принципе, мне по идее хватит и на то улучшение. Так что пока что я доволен. После мы уже выйдем дальше. Только так, где-нибудь здесь я есть разберусь. Кто-нибудь у нас же? Рок-н-ролл. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Здесь у нас никого нету, только снизу. Я разберусь. Командир, рок-н-ролл. Я разберусь. Рок-н-ролл.
Угу. Еще один немножко коцанный марик. Пошел. Ничего страшного. Только скажи. Отводим их чуть-чуть назад. Командир. И в принципе. Я разберусь. Проходите, ребят, не тормозите. Что же так тормозите-то? Так, вот здесь у нас тоже есть базу, можно поставить, место есть, все нормально. А мы возвращаемся обратно. Здесь мы, в принципе, все зачистили. Я думаю, нам хватит. Так, делаем улучшение. Также подстраиваем еще один барак. В этом же пока продолжаем подстраивать юнитов. И потихонечку продвигаемся выше. Через автоатаку, естественно. Видим, у нас здесь пару собачек. Убиваем их. Через автоатаку пробираемся вверх. Здесь находим опухоль, уничтожаем ее. Пошел. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Спасибо за спасение. Нам приходилось прятаться в этих бункерах от зерка. Я пошел. Поднимаемся выше. Видим, что здесь у нас полно хороших ребят. Засаживаем пару морбехов внутрь. Ходу. Это станок. И перебрасываем нашу базу тем временем сюда. Как это сделать? Очень просто. Мы берем и перекидываем их в прямом смысле. Здесь они нам особо уже не нужны. А вот здесь пригодиться могут. А, так, что это? Исследование. Ага, увеличивает дальность атаки. Не хватает веспена, серьезно. Давайте выдалим вот так вот. Из них возьмем еще одного этого. Одного этого. Пересадим поближе к газу, потому что нам сейчас нужно, чтобы добывался газ. У нас здесь еще одна СВ-шка, которая будет добывать здесь минералы сверху. И спина эту минеральное поле я могу забить. Вот он. И идти потихонечку вверх. Как красиво у нас летит наши бараки. Ну да ладно. Построим здесь парочку огнеметчиков. Так, я, кажется, хотел улучшить, да, здесь. Так, минеральное поле забиваем. Так, я хотел сделать улучшение, я точно помню. Построить станцию слежения. Нет, станция слежения нам здесь не нужна. А вот улучшение я вполне рад был бы построить. Так, и что у нас здесь еще? Здесь все еще модернизация в инженерном цехе. Вооружение пехоты улучшаем. И сейчас попробуем поставить следующее. Поставили, но думаю, что оно, скорее всего, не успеет развиться до того момента, пока мы не уничтожим всех и вся сверху. Давайте подстроим здесь еще парочку пехоты. Я думаю, что на самом деле нам этого хватит. А для того, чтобы у нас была возможность все это дело строить, нам нужно подстраивать постоянно еще депо. Ну или суплайку в простонародье. Потому что иначе мы не сможем построить большое количество наших ребят. Что не есть хорошо. Так. Вот у нас огнемет уже увеличен урон. Винтовка тоже увеличен урон. Теперь все хорошо. Все основные улучшения мы провели. Высаживаем отсюда всех. И я думаю, что в принципе этого всего нам хватит. Возможно. Как-то глупо я немножко послал, но ладно. Что-нибудь нужно? Я люблю запах. Так, у нас есть два огнеметчика. Так, хорошо. Потихонечку пробегаем дальше.
Смотрим, что там есть еще куча мелких зерлингов. Возможно. Даже еще две гидры. К сожалению, мы теряем периодически маринов, но это не сильно нам мешает. Потому что, в принципе, марины у нас есть, у нас их хватает. Так что все в этом плане хорошо. Убиваем всю гидру, которая на нас нападает. В первую очередь желательно, конечно, убивать именно ее. А потом уже малявок. Ну, как-то вот так это все дело и проходится. Главное построить побольше народу и спокойнейшим образом все это выносить. Что-нибудь нужно? Что они сделали с этим командным центром? Не знаю, что они сделали с командным центром. Но в любом случае мы его уничтожим. Потому что это цель нашей миссии. В каком-то смысле. О, у нас усовершенствовалась броня. Пошел, как своевременно-то, а? Такие вот дела. Миссия завершена. Принято сообщение. Маршал Рейнар. Уничтожив установку жизнеобеспечения Конфедерации, вы и ваши люди нарушили колониальный закон. Вы арестованы. Предлагаю мирно сдать оружие. Вы что, с ума сошли? Если бы мы не сожгли эту чертову фабрику, вся колония бы накрылась. Может, ты бы хотел заглянуть внутрь? Я последний раз по-хорошему прошу тебя сдать оружие. Наверное, ты не был бы из Конфедерации, если бы не был таким придурком.